Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и мы провалили эксперимент. Да, потому что опять врезались попой. Попой мы врезались в игре двери, вторые двери. Находимся в локации сад. И да, надо поосторожнее быть с попами. Итак, в прошлый раз мы остановились здесь, а я просто пятилась и выбирала красивый ракурс, чтобы начать красивое видео. Начали. Ладненько, у нас есть задачка. Вход в двери номер 2,1. Да, может, что-нибудь полегче возьмем? Для начала, а потом секундочку. Дайте-ка настроечки аудио я сделаю чуть потише. Вот. А то я в наушниках, а мне это тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин, под семечку, под семечку. Так, дверь номер 2-1. 2-1. Что такое 2-1? 2. 2 это второй. Какой у нас второй всегда был? А у нас никакой второй не был. У нас же есть круг. Круги это как бы единица или ноль углов, да? 2 у нас не было, потому что потом было 3, 4 и 5. И как быть? Или надо сложить 2, 1, это треугольник. А треугольник у нас нигде не повторяется. Давай попробуем. Да, это треугольник, это просто сложить надо. 2 и 1. Ты волен выйти в любую дверь. А, из этих дверей проходи, не стесняйся, да? Брешь невось. Давай-ка сначала мы осмотримся. Слушай, а помнишь, это было на стене, был вот этот вот... На стеночке там была эта дверь. А что с ней делать? Вернее, как ее открыть. Ну-ка, подожди, сразу бегу, бабах. Да, там какая-то есть кнопка. Это были значки на стене. А как эти значки активировать, мне тоже было непонятно. Да, это значки были там на стене. Ну и... Ладно, понятно, что так не возьмешь. Короче, давайте решать проблемы по мере их поступления. Я вижу, что больше тут, по-моему, ничего нету, да? Так вот, что делать нам с... В любую не стесняйся. Ну, пошли в первую. А, вот куда мы вышли. Здесь эта галерейка. Мы в прошлой серии ходили и читали тут всякие... Всякие-всякие записи. И куда мы пришли? Ага, кнопочка. Кнопочка. Слушай, а, наверное, эта кнопочка и открыла тот треугольник, да? Потому что АЦ у нас есть, и больше ничего не прибавилось. А ну-ка, давай сбегаем, посмотрим, что эта кнопочка нам открыла. Все, тут вроде больше ничего нету, да? Ой, а. Ну-ка. Да? Нет. Нет. А что открыла кнопочка? А что эта кнопочка открыла? И, может быть, в ту дверь опять нужно попой открыть? Сейчас, подожди. Или вот эта беседка, тут что-то с ней произошло. Или беседка это только украшение. Какая подозрительная беседка, в нее не зайдешь. А что открыла кнопка? Причем я слышала, что где-то что-то там такое. Что-то произошло.
Может быть, где-нибудь здесь дверь открылась, нет? Обычно нам пишут, что открылось. А, слушай, а там еще был этот мостик через ручей, может, он открылся? Ладно, да. О, спасибо. Давай сначала попробуем зайти. Нет, не открывается попой. Вот, дверь на мостик. А, нет, дверь на мостик закрыта. Подожди, а где тут выход был? Замуровали демона. Может, здесь что изменилось? А, смотри, хитрец, он не приближает ту табличку. Зато мы можем посмотреть. А, как это странно, да, получается? Портал в портале. Нет, туда я больше не ходок. Туда я больше не ходец. Парам-парам-парам-парам. Сюда мы тоже не попадец. Ладно, давай дальше. У нас же... Я застряла. Еще загадки у нас же были, да? Вход в двери номер один. Это с кругом. Вот с другом. Странно, колонна. Так, а почему дорожка ведет так? Через эти двери. Подожди, это уже какие-то другие двери или как? А нет, эта хитренькая дорожка хочет нас запутать. Понятно, здесь мы были. Это эррор. Или эррор. О-о-о-о-о. И-К-М. Т. Вход в двери номер 3. По количеству палочек, что ли? Ну, если это 1, то это 1, 2, 3. 1, 2, 3. Это 4 и это 2. Ну, значит, сюда. Да. Ух, сколько тут всего. Кувшинкам интересным. О, по кувшинкам можно ходить. Ура! А, смысл? А. Я теперь буду попы все проверять. Нет. Каждую нишу, в эту нишу надо поставить статую. Ну как, наш герой сойдет за статую? Смотри, какая красота. Красота, только как-то все-таки немножечко кислотно у меня. Глаза устают. О, ключик. Я проходил уже эти загадки. Правда, они выглядели немного иначе. Это было до патча, очевидно. Так, смотри-ка. Хитренько запрятано. Ну, может быть, еще что-то запрятано тут? О, бамбук. Бамбук. Меня нету, я в бамбуке. В бамбуке. Я в бамбуке, бамбуке. Давайте, все, пишем хит. Я в бамбуке, бамбуке. Слушай, а там нельзя было пройти, да, через бамбуке? Точно нельзя было пройти. Кстати, там и юбка тоже растет. Слушай, какой красивый уголочек. А нельзя там пройти? Эй. Бамбука, я бамбука. Как здесь не... Нет, не пройти. Слушай, ну я прям скриншот хоть сделаю. Какая классная юбка. Ладно. Ладно, надо решать загадки. Как обычно, я гуляю, любуюсь.
Подожди, а как мы здесь оказались? А вот дверь, в которую мы вошли. Картошка. Зачем вообще люди решают головоломки? Ну, чтоб мозги не заплесневели, наверное. Это же развивает мозг, сохраняет его активность. Выход двери номер 4. Чем так привлекают загадки человечества? Я бы не сказала, что привлекают человечество. Дело в том, что многие, наоборот, не любят ни загадки, ни головоломки, ни вообще вот как только касается каких-нибудь загадок, тайн. Не все это любят. Многие, наоборот, говорят, что дрянь. Так, выход в двери номер 4. Короче, 4. Это... Вот это... Нет, вот это 3. О! А это тогда сколько? Шит. А что мы считаем? Мы считаем... Дохихикались. 4. Ну, предположим, количество линий. 1, 2. Раз. Тоже 2. Или это 1? Раз. Это тоже 2. Или это 1, 2, 3? Раз. Или количество углов? А, количество углов. Количество углов. Здесь 1, 2, 3, 4 угла. Здесь 1 угол. Здесь 2 угла. А здесь 3 угла. Количество углов. Ну, проверяем. Да, это количество углов. Тут тоже что-то есть. Смотри-ка. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия, небо, бездна, жизнь, могила, вечность, все сущее воспринимается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзаются бесконечности, двери в мир оказываются запертыми. Че это? Че случилось-то? Че случилось-то, чтоб такие глубокие мысли писать тут? Интересно. Ладно. Это все хорошо. Будьте проще. Сядьте на пол. Где ключ бытия? Какое житие твое, пес смердящий? Это я просто к слову вспомнилась. Это, как это, как говорят немцы, это не персонально. Слушай, а как туда попасть? Смотри, так там красиво. Ну, туда, может, нам и не надо попадать. Мне кажется. Ладно, пойдем. Выход в двери с фигуры 4. Так, это циферблат. На циферблате смотрим... 4, 1, 2, 3, 4, квадрат. Так? Так? Подожди, а эти двери? А как? Ой, мы, по-моему, что-то проскочили, да? Нет?
А, так это и есть эти двери. Просто они за углом. Боже мой. Так, значит, 4, говорите. 4, 2, 3, 4. Ну, квадрат, наверное, нет? Не может быть так. Да. Так подлинненько не могло же это быть. Мне вот интересно по сюжету, что за искусственный интеллект нас тут запер. Провода он там, видите ли, перепутал. О, ключик. Не знаю, смогу ли я тебя убедить, но в решении загадок нет никакого смысла. Это просто способ убить время. А что меня убеждать? Я прекрасно знаю, что нет никакого смысла. Нет, смысл есть на самом деле, ты не прав. Вот опять же, смотри, сюжетно, да, кто здесь? Вот этот вот интеллект синенький, который пишет такие глубокие мысли какие-то, эти там тыры-пыры. И типа вот этот, не все двери должны быть открыты для тебя. Да, а если я ее обойду? Вот, и этот типа, который пишет красным, что он такой вот как бы за нас. Такой же испытуемый, который заперт здесь. Кстати, про не все двери. Вот же ты, да? Вот. Интересно, как бы вот сюжетно, как это получит какое-то... Ну, скажем, красный — это прототип Мильтона, что ли, а голубой — это прототип Элохима. Ну, кто в курсе, о чем я говорю? Все. Какая загадка была самой первой? Какая загадка была самой первой? Наверное, человек пытался понять окружающий мир. Там какая-нибудь молния пахнула, огонь появился. Загадка огня, наверное, была самая первая. Это непонятное было людям очень-очень. Чего я 30 раз бегу по одному и тому же месту? Вот, огонь они не понимали вообще, это либо живое какое-то существо, или это какой-то дух, или что это вообще такое, и что, и как. Оно и убивает, оно и помогает выжить. Я думаю, что огонь была самая первая загадка для человека. 5, а что такое 5? Могу туда войти, а попой? И попой я не могу туда войти. А как же мне этот ключ достать? Достиг он скалы, где жила сфинкс. Загадывай загадку, я готов, сказал он чудовищу. А почему жила сфинкс? Я почему-то думала всегда, что сфинкс мужского рода. И где это сфинкс? Что-то подожди, я затрындилась, и я... Как мне сюда попасть? Мне... 5. Слушай, это не смешно. Как мне забрать ключ? Я чего-то не вижу, да? О! А! Ворота Б. А пятые ворота? Ну-ка, подожди. Может, куда-нибудь надо нажать на загадку сфинкса, например. Как мне зайти в пятые ворота?
Я считаю, загадки составляют суть бытия. Без них мы не смогли бы существовать, ведь они заставляют нас развиваться. Вот, плоты, слова. Пусти меня только туда. Не пускают. А, слушай, так может быть, эту кнопку мы нажимали? Бонзай! Это с той загадки, из той серии «Близок локоть, да не укусишь», да? Не, ну мы же нажали ту кнопку-то, которую... Где мы нажимали? Черт, где мы ее нажимали? Или я чего-то тут не нашла? Что может открыть пятую дверь? Пятый элемент. За тобой? Нет, это просто постамент. Говорит, не все двери для тебя будут открыты. Да как бы пофигу мне, главное вот эта дверь. А, здесь мы еще не были. Не, подожди, мы здесь были? А. Секунду, вот срез открылся, что ли? Окей, да, это срез открылся. Я его опять потеряла. Вот, сюда мы ходили. И нам должен был открыться мостик. А где мостик? Подожди, мостик. Мама, Люлик, я потерялась. Ну это ж мы проходили. Дверь номер 2. Потом дверь номер 4. Обратный путь. Какая дверь? Дверь 3. Дверь 3. Здесь мы это все проходили. Все это мы открывали. Вот, и кнопочку это мы нажимали. А почему? Как странно, подожди. Как странно. Как странно, как мне отсюда выйти. А, Б, С. Где, подожди, где эти? Значит, вовсе это не срез, потому что... Слушай, пятерка, пусти меня, а как я тебе открою? 5. Есть где-нибудь какая-нибудь надпись, что выход... Знаешь, наверное, в чем дело-то? Где там было? Открывай любую дверь, не стесняйся. Может быть, там надо было? Хотя это же было куда-то совсем в другую область. Ладно, давай пойдем пойдем посмотрим на мостик. Вот, сюда через дверь Эрр мы заходили. И, кстати, Эрр я уже потом на записи посмотрела. Вот эта штука, которая непонятна, она на самом деле имеет 5 углов, по-моему. 1, 2. Сейчас я еще убежусь. 3, 4. Да, 5 углов. Поэтому у нас выход всегда здесь. Мы попадаем
Опять сюда. А, ну вот. Ну, сейчас откроем. Нет. Не хочет открываться. Почему? Что еще надо сделать, чтобы она открылась? Непонятно. Ладно, давай, пойдем. Все, мы тут этот срез... Срез себе открыли. Пойдем на мостик. Там тоже что-то интересненькое есть, да? Да? Ну и... Так, а... Подожди, а там я... А, это дверь, которая с треугольничком. Да-да-да-да-да-да. Это она. Все. Надо будет вернуться, посмотреть, что там с этими загадками. Ну, там был треугольник, там был квадрат и там был круг. Вот. Их надо всех найти, а потом уже думать, что с этим делать, да? Выход двери номер 2. А. Они такие тут то появятся, то растворятся. Дверь номер 2. Вау, красота какая. А ты уверен, что ты можешь отличить человека от машины? Ну, при личной встрече может быть, пока еще технология не настолько. А вот при разговоре, наверное, нет. Ну, смотря с какой машиной говорить, смотря о чем говорить, чего. Выход в двери номер 4. Сейчас. Я пытаюсь понять, могу ли я в этом пруду что-то найти. Наверное, нет. Пусть летает. А, они все тут летают. Странная надпись. Номер 4. Ладно. А это что такое? А, мы сюда зашли. Так, номер 4, говорите, да? 2, 4. Надо все посмотреть на всякий случай. Это не... Как это... Фальшстена. Тайный проход. Выход в двери номер 1. Сейчас выйдем. Сейчас только посмотрим все. Так, номер 1, да? А-а-а, хитренький. Ага. А где тут у нас 1? Та, которая там переливается под ней, это 2. Вот единица, да? А здесь что у нас переливается? 4. Единица. Здесь. О. Ляпота. Ляпота, ляпота. Тра-та-та, тра-та-та. Мне нужны еще 3. 3, Карл, ключа. 3. Ты думаешь, я не заметила, с кем ты говоришь? Черт, да. У меня есть такая особенность говорить с собой. Слушай, подожди, Карл, а ключи? Ну, 1 мы видели. А еще 2. Дело в том, что они
гаснут вот эти штуки. А, там мы на ступенечку залезали. Слушай, подожди, и чего, и куда? А куда дальше? Да что ли? Странно. Не, подожди, ключи. Ключей-то еще дофига. Или я где-то чего-то не заметила. Куда-то не зашла. Какую-нибудь дверь. Надо все внимательно осмотреть. Так, но здесь вроде ничего больше нету, да? Я уже 250 раз бегаю по одному и тому же месту. Я специально, кстати, хожу вдоль стенок, чтобы если какое-то... Вот интересно, если опять сюда встану, не встану. Он погаснет? Площадка. Он, площадка, погаснет? Вот там что-то тоже же вроде, да? Вот тут какое-то загугулина какая-то. Это очень странно. Что-то мы пропустили. Здесь нету ничего. Черт, три ключа, это серьезно. Если по один ключ. Ну ладно, один, да, мы видели. А три ключа? Не знаю. А, подожди, а это было? Нет, этого не было. А когда это появилось? Эй, это я, Джейк. Неужели ты не помнишь меня? Как ты поживаешь? Давай уже сбежим отсюда. Что за Джейк? Что за подстава? Кто такой Джейк? Куда сбежим? Ха-ха, вот ты и попался, тебя так легко обмануть, просто поменяв цвет таблички. Слушай, да ты лохим, ты психопат. Мы настолько сильно ушли в новых технологиях, что замена человека-машины лишь вопрос времени. Ну так уже не времени. Уже и пришло то время. Понимаешь, что игра 16-го года, и на самом деле действительно сейчас семимильными шагами у нас продвигается технология. И так что да, так, у нас тут лестничка, да, по которой мы можем забраться или не можем. Или нам вообще не надо туда забираться. Ага. Там нечего делать. Вроде как. По крайней мере, я не вижу там ключа. Обычно видно. Нет, там нет ничего. Так, что еще ты тут пишешь? Не думаешь ли ты, что твой новый друг – это просто одна из наших подопытных программ? Я думаю, что он и есть подопытная программа. Я прям уверена, что это подопытная программа. Выход двери номер 3. Выход двери номер 3. Опа. Окей. А, подожди, это тоже тут? 2, 1. А мне нужно 5. Слушай, мне нужно 5. А 5 не было. Там дверь номер 5. Как мне ее открыть? Так, ну вот 3. А, вот еще что-то. 4. О.
А здесь можно присесть? Да черт! Ключ! Так, что пишешь? Давай с самого начала. Не верь ему, я такой же человек, как и ты. Он пытается тебя направить по неверному пути. Если мы будем действовать сообща, то ты сможешь выбраться отсюда. Если ты веришь, что он на одной с тобой стороне, то почему же он все еще не выпустил тебя? Вопросительные, говоришь, знаки, не восклицательные? Ну ладно, ладно, я сделаю вид, что я поверила, что ты... человек, а не программа. Скажи мне, где ты держишь ключ? Один мы видели, а вот еще одного я не вижу. А подожди, там еще двери у нас впереди были. Что я делаю? Зачем я это делаю? А. Ладно. Так, выход, дверь номер 3 нам было написано. Значит, эта дверь не играет роли. А почему тут такие водяные знаки тогда были? Ну, пошли в дверь номер 3. В смысле? Все, я поняла, в смысле. Коромысли. Что-то там у нас открылось. А, ты знаешь, что открылось? Очевидно, вот это вот сломалось. Штука, платформа, на которую становишься. 3, да? Она же только... То есть я... А, кстати, дай-ка я заодно проверю. Нет, здесь открыто. Оно и было тут. Ха-ха-ха, легко обмануть, стралевали. Так, вот, смотри, выход в дверь номер 1. Так вот, дверь номер 1, очевидно, та, которая... Так, вот это вот 3. Это... Мы ее не видим, но это 2. Это 1 и это 4. Дверь номер 1. Это значит вот это вот. Подожди. Да, я сюда сгоняю. Ага. То есть сюда. Не скучаешь по своим подопечным, ИИ? Garden Door, you complete chapter 2. Подожди, это выход куда? Мне надо сбегать к этому ключу, запертому за дверью. Ой. За пятой дверью. Почему он... То есть не почему, понятно почему, а как мне его выковырять оттуда, вот. В чем вопрос? Пустите. Вот, срез у меня есть еще тут, интересно. А, ну сейчас мы эррор откроем, и, наверное, срез будет. Вот, как ее достать? Да?
Я считаю, загадки составляют суть бытия. Без них мы не могли бы существовать, ведь они заставляют нас развиваться. Сказал нам Элохим. Слушай, а где искать еще один ключ? Где была? Здесь была, по-моему, эта штука, которую надо было нажать, да? Или не здесь? Не-не-не, там был такой садик со скамеечками. Это было где-то очень далеко. И все-таки здесь. Не, не здесь. Странная вот эта вот штука. Что-то тут не то. Она прям стоит в таком значимом месте. Лысина на ней. Да. Ой, куда? Да я ж не хотела. Блин, опять задница подвела. Ну давай, да. Вот, ну на самом деле не да. Давай-ка мы поедем, наверное, домой. Потом я буду искать ключи недостающие. У нас 14... Ай, слушай! А было бы 15 ключей, мы бы открыли ту дверь. Ай-яй-яй. Ну да ладно. Так, дверь номер 4. Жили в квартире 44. 44 веселых чижа. Знаете эту? Считалочку. Стихотворение. Не знаете? Загуглите. Про квартиру 44. А кто знает, молодец. Так, ну что, пошли сюда. Номер 3. Мы все прям как машина. Мы действуем как машина и идем по порядку. Номер 2. Так, я помню, они такие чуть заметные были. Сюдым. И здесь у нас номер 3. Это по росту. Это. Телепорт в постройку. Постройку. Новая локация. Новая локация. Зацвела акация. Ой, фу. А, и мы прям так нажали эту штуку. Здесь расположены наши первые тесты для ИИ. Это место немного заброшено, но все равно навевает приятные воспоминания. Кому как. У кого-то и дождь с квадратно приятные воспоминания. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Один. Два. Три. Четыре. Только здесь четыре. Тык-тык-тык. Офигеть! Помогите! Мир перевернулся! Блин, дождь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Компания! Ой-ой-ой-ой-ой! Коллектив! Ой! А! Фу!
Я теперь понимаю про твои приятные воспоминания. О боже мой, телепорт домой. Жуть какая. Ладно, давай мы порешаем загадки, прежде чем тут вопеть, как потерпевший. Мы сюда можем зайти? Мне нет смысла теперь скрываться, когда он узнал, что я тут. Ты можешь думать обо мне, что хочешь, но я могу тебе помочь, правда? Да ладно, давай я наступлю на эту третью штуку. Их, наверное, всех надо активировать, да? А, вон что мы делаем, наступая на эти штуки. Да? Ладно. Значит, наша цель — наступить на все штуки. Что-то меняется при этом? Наверное, да. Мне кажется, длина этих вот волн стала больше. А может и нет. Может, мне так кажется. Ну, это было прямо... Вау, это было прям неожиданно. Так, сюда, чтобы подняться, мне надо сюда зайти. Чтобы сюда зайти, мне надо... Что сделать-то? Так, чтобы открыть закрытую дверь, ты должен наступить на плиту с тем же номером. Ай... Я на все наступила уже. Я же сначала наступила, а потом посмотрела. А-а-а. Ну, я не виновата, я сразу сюда наступила, наступаю. Я тут появляюсь на этом номере. Хорошо, значит, какой мне номер? Ну, давай два, предположим. Вот, я наступила на плиту 2, и я пошла в 2. Как нет? Что ты мне врешь? А, ну подожди, я могу не наступать. Не хочу давить, но тебе придется пройти все эти тесты и там что-то еще, ля-ля-ля. Мне так кажется, что наш Элохим номер 2 слишком много говорит. А, выход в двери номер 3. Тьфу, блин, это же написано. Номер 3. Я ж не прочитала, что написано. Так, ты должен пройти все эти тесты, если ты намерен отсюда выбраться. Не забывай, нам нужно собирать все необходимые ключи. Так ты их тырешь где-нибудь везде, эти ключи. Никакой совести нету. Не говоря уже о стыде. Да? Номер 1. Головоломки всегда были частью меня. Только они помогали мне развиваться, эволюционировать. Я хочу помочь тебе, помочь развиться. Хорошо, не только развиться, но и помочь, чтобы мозг не деградировал. А то ведь может и такое быть. Ты весь такой развитой, а потом раз и все. В смысле? Подожди, я где-то застрял. Эй, это так должно быть или... Лог 1437. ИИ Атом решает задачу 3. Используется метод случайного перебора. Система поиска решена. Решение. Норма. Система генетического алгоритма. Норма. База данных. Нестабильно. Трали-вали. Трам-пам-пам. А почему я не могу сюда войти?
меня сюда не пускают. Может, я неправильную дверь нажала? А, теперь пускают. Странно. Странные лаги в игре. Что ты никогда не знаешь, что так должно быть или как. К сожалению, я ни разу не смог создать ни одной загадки. Но сколько я их решил. Почти все задачи этого мира подвластны моему мозгу. Вау, какого мы Монене особо... Дверь номер один. А вот теперь вопросик, потому что от единицы идет и сюда, смотри. Нет, давай-ка мы посмотрим, что откуда идет. А, здесь только есть один и два. Знаешь, Элохим, я очень не люблю долго думать. Две двойки впадают сюда. Единица туда и туда, двойка сюда. Мне кажется, сюда. Вот. Однако, если я умру, что останется после меня? Где будет доказательство силы моего разума? Все, что я смог создать, одно место, которое я зову домом. Знаешь, этого иногда, а зачастую всегда, достаточно. Некоторые и этого создать не могут. Всю свою жизнь. Так что не печалься, Элохим. Все пучком. Фу, сруда! Ард! Добрын! Бонзай! Очевидно, мне надо будет, знаешь, туда попасть. Перевернуть мир. И попробовать туда залезть. Ладно, так, выход в двери номер 4. Какой из вас 4? Туда, наверное, куда идут 4 пучка? Смотри, сюда идет только один. Но у них у всех идут по одному, но подожди, отсюда отходит. Сюда. Отсюда идет. Ну, типа сюда. Из какой кнопки сколько выходов? Вот из этой дофига. Раз, два, три, четыре, аж пять. Из этой раз, два, три, четыре. Из этой тоже раз, два, три, четыре. Из этой раз, два, три. А нам надо четыре. Я бы вообще сказала, что это вот эта дверь. Здесь ни на какую не надо становиться таблицу. Давай я сюда пойду. Давай ты будешь четвертая. Спасибо. Я создал тебе кнопку, чтобы ты смог открыть секретный проход. Просто нажми на нее, не хочу я показать. Я не верю вам никому. Если уж на то пошло. Ключ к открытой этой двери во взгляде. Выход в двери номер один. Меня гложет совесть за то, что я тут удерживаю тебя. Но пойми, если ты сможешь продвинуться, то ты спасешь жизнь одного человека. Все-таки нажать кнопку. А, вон ключ наверху. Нет, он не обманул, какая-то дверь открылась.
опять. Да, придется нам переворачивать еще мир и ходить еще раз. Ладно. А, вот эту дверь ты мне открыл. Нет, эта дверь тут завалена. И эта дверь завалена. Во взгляде. Но взгляд, какой взгляд? В смысле, надо... То есть нельзя просто в первую дверь уходить? Так, что ли? Ты меня еще больше запутал, красный товарищ. А-а-а. Вот это отличается, да? Сюда? Нет? Туда вообще нельзя пройти. Она закрыта. Ну что, поверим? Нет, та дверь не рабочая. Или все-таки рабочая? Ну, по-моему, нет. Да пошли в первую. Тут вообще ничего не работает. Дело в том, что она, правда, не работает. Взгляд. А, вон, вон, вон. Глаз, глаз, глаз. Вон он, глаз. И... И что? И глаз. Я ж не могу ничего с ним сделать. Блин! Я опять жопой открыла дверь. Да что ж ты будешь делать? Надо, наверное, смотреть на глаз и открывать эту дверь. Ой, как это все противно. Опять, что ли... Все по новой. Номер один. Номер один. Номер один. И она опять у нас забагованная. Номер три. Блин, было так хорошо, когда был номер один. А теперь номер три. Это куда сходятся единица и двойка, очевидно, да? Это вот та. Это вот та дверь должна быть, по идее, да. Так, теперь нам наверх. Так, здесь у нас что, номер один. Ну, один это один, наверное же, да? Да. Так, побежали, побежали. Кнопку мы уже нажали. Номер 4 во взгляде. Так вот, наверное... Так, да, она не открывается, но надо смотреть на глаз, что ли. Тогда она откроется. А, даже нажать.
Даже нажать на глазик надо. Вот, не просто так. Взяли ключик первый. Каждого из наших подопытных ИИ тестировали на решение всех загадок. Никто не смог открыть двери. Почему-то я верю только в тебя. Как смешно. Как смешно. Там дверь номер 4, и она... А, пошли переворачивать мир. Ты хоть и веришь в меня, верь дальше. Так интересно. Слушай, а мы мир-то, конечно, перевернули. Выход в двери номер 2. А они такие тут у нас странные. Я бы сказала, что номер 2 это вот это. Или это? Слушай, а я могу как-то еще перевернуть? Мне надо в ту дверь попасть. Возможно, мне это надо сделать откуда-то оттуда. Так, 2, говорите, да? Какой же из вас тут 2? Ну, либо этот, причем... Либо этот, тут 2 треугольника. Фигурки, смотри, это одна фигурка. 2 фигурки. 1, 2, 3 фигурки. 1, 2, 3, 4 фигурки. А это вообще какая-то херня. Так что мы идем сюда. Нет! Нет! Провал! Начнем мы все заново, но только в следующей серии, друзья. Времечко наше подходит к концу. Мы нажали зачем-то опять на 4. Кстати, может быть, это имеет смысл? Может быть, та дверь откроется наверху, когда мы нажимаем на 4? Как вы думаете? Мы пытаемся перевернуться, да. Мы перевернулись. Какой ужас. Слушай, давай, нет, я, поскольку перевернулись, давай я уже хочу понять, эта загадка. Кстати, та дверь, ее, она вообще неоткрываемая. Куда нам надо попасть? Вот именно, что попасть. О, год. Что от нас сейчас хотят 2? Так вот это 2, которое... Ой, я даже ходить стала криво. Нет, это не это 2. Может, мне прям даже интересно. 5-2. Значит, не это 2 и не это 2. Но это же не 2. Да вы издеваетесь. Слушай, очевидно, везде надо нажать вот эти вот шестерки. Порой, чтобы найти решение, нужно взглянуть на проблему с другой точки зрения. Да, когда вам дождь превращается, знаете, это... Представьте, что вы летите на космическом корабле. Интересно, если я здесь упаду. Я упаду? Раумшиф Энтерпрайз. Полетели, друзья. Увидимся с вами в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.